Приветики, господа, с вами я, ваша любимая суперка Play. И сегодня я буду играть в Пиги, как вы видите. Да, господа. Это, как вы заметили, я вам сейчас прочитаю. Господа, я сейчас вам прочитаю. Знаете, что я добыла? Я добыла 11 уровень. Да, господа, я добыла 11 уровень, наконец-то. Знаете, почему я добыла так его не вовремя и не съемкой? Потому что я его снимала, и оно удалилось само по себе. Так я прочитаю, что тут у нас есть. Запись журнала, пока мы его прочитаем. Они пренебрегли мной, но они мне не нужны. Я нашел друга, потом меня изгнали. Но я нашел место, я не хотел, чтобы мы закончили. И так я подумала... Ему лицо, теперь как и их губы, они запечатаны. Теперь, возможно, я наконец-то изделюсь, мир будет нашим. Офигеть, ужас. Господа, я забыла предупредить. У меня, кстати, есть свой VIP-сервер в Спиге. Смотрите, я уже стала админом в Спиге. Давай-ка, а как это не можно? Глава, давай-ка будет это самая пятая глава. А скип, давай проспустим, будет бот. Скип минута. Я могу даже скип тайм выбирать, офигеть. Блин, я могу даже выбирать, сколько глав, сколько. Мне не помешает. Меня зовут Мистер Пи, и мне нужно, чтобы вы спасли моего друга из школы. Это разве пятая глава, блин? Почему я тут, а не там, блин? Почему я, что ли, разделилась, что ли? Папочки, ключ. Так. Мне теперь не надо кого-то звать. Он же шестерен. Ой. Какая-то быстрая свинюка. Рэд. Надо убегать от меня. Я могу даже выбирать предателя, сколько захочу. Если кто-то ко мне присоединится, то... Заметно они не будут ждать. Плеера, вот он. Так, а теперь сделаем смертельный рывок. Очень смертельный рывок. Так, у меня просто план. Иди от меня. Мне как-то не нравишься. Отстань от меня. Фиолетовый ключ. Он убегает. Господи. Было близко. Надо быстрее открывать красный замок, потому что там есть молоточек. Вот только он мне понадобится, да? Так я его... Молоток он мне понадобится потом. Красный ключ. Где было? Где я еще не была? Школа какая-то сложная, вот. Сложность. А, вот, зеленый ключ. Ну, рядом.
зачем я открыла? Открою. Мне вообще не понравилось. Пошли. Переключу. Наука. Тут написано наука по-русски. Вообще не так искать. Стоп. Ну, вот так он мне понадобится. И, господа, я забыла, что у меня есть невидимка. Кажется, там это пи, блин. Так все так запутано, блин. Она активно за мной бежит. Мне молоток нужен в конце. Ищем бирюзовый ключ, короче. Тут должен быть бирюзовый ключ. Где он делать? Вот же бирюзовый ключ, он вот тут валялся, тут бирюзовый этот самый ключ валялся. А я такая думала, куда этот бирюзовый ключ делся? Оказывается, он тут лежал. Я ж взяла книгу. А! Пец, отвали, мне чуть-чуть осталось, я открою. Вспоминаю, куда я положила этот самый. А, куда я пошла? Это было близко. Это было реально близко. Пачки, гаечный ключик. Продолжается погоня. Господа, пожалуйста, подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube канал. Мне очень хочется набрать эти самые 100 тысяч подписчиков и 500 подписчиков я хочу набрать. А мне... Господа, я тут остановлюсь. Такая вам попрошу. Господа, пожалуйста, нажмите на эту красную, господа, нажмите, пожалуйста, на эту красную кнопку подписаться, чтобы у меня было 500 подписчиков, пожалуйста. Да, мы под этим видео насобираем 500 подписчиков. Я надеюсь, что все будут собирать 500 подписчиков. Я надеюсь, что... Мы собираем 500 подписчиков, и тогда... Там молоток, я запомнил, где он там лежит. Но я админ, это очень не круто, потому что
ты остаешься один и все. И только я могу радоваться, что я одна осталась. Пожалуйста. Она прям вот чуть-чуть до меня чуть-чуть допрыгнула. Да вообще как так? Как это понимать? Ну просто появился план. Вот когда я буду забегать к свинье. Вот тут, все. Я ее тут обхитрю. Она еще открыла дверь. Все, убегаем. У меня в руках этот самый молоток. Фух, я успею. Все, у меня открыта дверь. Все. Посмотрю. Вот. Как бы. Господа, по этому видео мы насобираем 500 подписчиков. 500 подписчиков, чтобы у меня открылось сообщество. Это самое. Заходим в пиги, выбираем команду Skip Timer. Да-ка я выберу. Мат 4. Потому что. Да-ка я выберу предателя. Почему бот, а не трейдер? Собачка что-то выпила. Все, теперь мне не придется, пацаны, всем давай какую-то доску. Руки, фух. А если сейчас совсем ко мне присоединиться, то будет вообще кабелло. Я вообще не понимаю, как котик лайк называет на это кабелло. Собачка? Что случилось? А, собачка, что с вами случилось? Понятно, застряла. Все. Если я ее сейчас овечкам. Я сейчас буду тут заперта, если. Убиваем сразу. У меня в руках этот самый зеленый ключ. Ключи, что ты захочешь, но я выбрала почему-то. А! Березова почему-то я выбрала. Но есть где-то один минус. Ты можешь проиграть.
было, есть еще какой-то другой проход, который ведет вот сюда. Пойдемся и теперь как-то ее обдурить, вот так обдурим. Все, мы ее обдурили, и, конечно же, ничего нет. Только быстрее только. Мы сначала откроем это, а потом молоток возьмем. А я это уже открыла так. И я еще не открыла точно вот там. Осталось только один. Я не понимаю. Какой смысл? Меня палит, если пей, не знаю, где какой реальный смысл. Продуман план. Где я? А, вот тут я открыла дверь, и тут надо тут распалить костерчик, я понимаю как. Я сократила путь, короткий путь. Господа, Хэллоуин, он прошел в Пиге. Я как-то так собрала 11-ю. Теперь мне 11-й, это самый. Я хочу, если честно, скин выиграть, потому что если я не выиграю скин, никакой памяти там не будет. Никакой. Я сейчас буду собирать эти самые значки, чтобы можно было купить этот скин. Хочу купить. Чтобы было хоть какое-то воспоминание. Все, у меня в руках этот самый ключ от выхода, все. Я сбежала. Надо мне кого-то добавить. Чтобы Артём ко мне присоединился, чтобы мы с ним... Админ, а точно, я же забыла как бы вот так сделать. Так, я выбираю скип. О, хаос. Он подойдет долго выбирать, да, мы выберем бота. Офигеть, можно так вечно выбирать. Все. Ого, сколько ботов. Я надеюсь, что я в игру не будет очень сильно количество ботов, которые будут постоянно мне мешать. А? Как бы мне вернулось? О, нет. И сейчас может проснуться это. Все, быстрее и валим. Все, я закрыла, чтобы она не смогла. Она как бы за мной идет, блин, это пи. Это было близко к смерти. Она сейчас прыгнет. Вот, спустилась вниз, теперь валим. Я не знаю. Все, взяла ключ. Господа, я надеюсь, что там не прекращается съемка.
не длится вечность. Так. Прям ключ от подвала. Открывайся! Ничего нет тут, кроме этой карточки. Ничего как бы нету. И смотрюсь. Так, куда я бегу, блин? Думаешь, кто тут умный? Я, потому что она не умная. Я как бы умнее всех. Как бы я скоротила путь. Унизила эту свинью. Бедную. Быстрее. Так. Валим теперь. Сейчас я буду валить от этого дома. Дома, дурдом. Чего это там надо называть? Потому что это почему-то. Все, я нажал. Это мой чит. То не знал так. Тут лежит этот самый оранжевый ключ, я запомнил. Все, теперь остался только красный ред ключ. Давай, давай, прыгай, прыгай. Что вы поменяете? Пей, отстань. И как всегда от меня не отстанет. Так, куда я бегу? Куда я бегу? Давай быстрее. Я сразу порою сейчас. Куда я бегу? Пусть она не пройдет. Я же должна идти наверх и забрать этот гаечный ключ. Чтобы она никуда не пошла, я закрыла обе двери. Блин, я как всегда забываю. Вот сюда надо мне идти. И забираем этот ключ. Все разобрала. Теперь идем отсюда. Эта свинья идет сюда. Надо ее как-то вот так обхитрить. Господа, я играла множество игр. Как она сюда зашла? Я ж закрыла перед ней дверь. Пиги читать, короче. Открылся новый чит. Пиги чит. Пиги читак. Это прям как Грэнни, блин. Я должна была обдурить эту свинину. Все, я от нее убегаю. Я от нее убегаю реально. Вот так, потому что тут есть... Господи, это прям как Грэнни, блин. Вспоминаю я этот момент, когда я умирала от этой Грэнни. 100 000 раз умирала. Так, быстрее. Все. Как бы я все, я убежаю от нее. Я убегу от нее реально. Короче, пойду на эту самую. Меня как будут? Оболочки. Что-то по оболочкам тут. Тут ничего нового. Но
Только Билли, он стал совсем другим. Ой. Скинбукс 2. Панди. Панди я еще не открыл. Я хочу убить всех, конечно же. Но ты собираешься убить? Нет. Так. О, только можно покупать. Пока проверю приманку. Какая она приманка? Надо что-то убрать. Надо убрать эту самую способность. Надо убрать мою способность. Какие убрать? Так. Где-то самое. О, вот. Команды увеличения стекло. Вот. Это помогает всем видеть, кто этот сам предатель, а кто нет в мире. Если мне это убрать. Так. Вот, приманка. Я хочу проверить, что такое приманка означает. Что это? Я стыблю. Давай-ка я set mod. И давай-ка пусть будет вот так. Я пропущу опять дом. Скип. Все, короче, я командами очень хорошо управляю. Я надеюсь, что Арсен ко мне зайдет и, конечно же, поиграет со мной в пиги. Все, господа, у меня как бы есть свой VIP-сервер, я могу заходить куда я хочу. Так. Я хочу проверить, что такое приманка. Хочу реально проверить, что такое приманка. Я вот не понимаю, что такая приманка. Я хочу. У меня первый день такая приманка. Ладно, хорошо. Я сам с собой играю. Такое ощущение, что. Дай-ка я прям верю, что такое приманка. Сейчас поспавнится пиги. Сейчас, подождите-ка. Я сейчас. Можно даже тиконы покупать. Господа, тут никого ты не убьешь. Никого. Только ты можешь только сам с собой играть. Пи как-то проникла. Ту-ту-ту-ту-ту-ту иллюминатор. Хочу выжить. Ключик. Так надо. Надо выжить. Я хочу проверить, что такое приманка. Приманка осветилась, мне надо главное, чтобы дошло до конца этой линии. Отстань от меня. Сейчас появится скоро мой клон. Сейчас проверю, что такое приманка. Поняла, что такое приманка. Это типа как ты кладешь эту приманку, и оно как бы... Я схватила. Как бы я успею. Руки. Штин. Как бы надо без всех. Как бы. У меня в руках приманка. Господа, у меня есть вдвойне, что у меня есть. Вот эта невидимка, она мне помогает как бы убегать от ботов. Это очень огромный плюс. Кто-то скажет, что это жирный плюс. Так, ну, как бы схватить это. Вот все я схватила. Теперь я проверила, что такое приманка. Теперь я знаю. Теперь я буду знать, что такое приманка. А это типа ты, если ты нажимаешь на эту фигню, тогда тебе сразу дается вот это, да. Я сразу проверила, чтобы вдруг вы забыли. Дамы и господа, а как мне открыть эту дверь, если мне не сидят самый? Что ли, ключ испарился, что ли? Он решил. Хочу жить, он так решил. И, наверное, улетел. Он, господа, этот ключ, он переместился в параллельную реальность. Как
папой, чтобы Пью меня не нашла. Она как бы может убить меня, если я к ней подойду. Пожалуйста. Теперь, пожалуйста, можно я... Блин, мне не дают никакого ключа. Может, здесь ключ? Тут нету ключа. Так я свой опять ремонтую. Все ловит. Настоящий. Эта приманка мне помогает как бы избежать от предателя. Избежать как бы от всех. Однако мы на этом мы с вами и закончим. Так и мы закончим где-то там в углу. Ай-яй-яй, что меня не убили, блин. Меня убьют же. Давай-ка я, конечно же, закончу как бы... Блин, закончу как бы вот здесь. С вами была ваша любимая Циркоплей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте на колокол, чтобы не ушли. Ну, всем бай. Увидимся в следующих сериях.